Ульяновскую область можно назвать «детем войны». 19 января 1943 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об ее образовании. Этот документ, присланный из Москвы в Ульяновск, хранится в Государственном архиве региона. В указе перечисляются районы, которые вошли в наш регион. На тот момент их было 26, причем 24 района отделились от Куйбышевской области и 2 от Пензенской. Областным центром стал город Ульяновск. Очень интересно, как шел раздел, так сказать, имущества. Вот перед нами составленный 28 января 43 года в Куйбышеве акт, по которому передавалось все. Территория 34 235 квадратных километров. С количеством населения 1 097 800 человек. Сколько городов, рабочих поселков, сельсоветов. Было расписано буквально все. А 18 февраля 1943 года областная газета «Пролетарский путь» выходит под новым именем «Ульяновская правда». Таким образом, в регионе появилась своя пресса. Газета была небольшая по формату и открывалась передовицей, где ставилась задача превратить Ульяновскую область в одну из передовых областей Советского Союза. Регион возглавил сибиряк Иван Николаевич Терентьев. На тот момент ему было всего лишь 35 лет. Для нового руководства вопрос благоустройства стал одним из важнейших. В том же 1943 году родился амбициозный проект, чертежи которого также хранятся в областном госархиве. Согласно ему, над зданием торговых рядов гостиного двора, где сейчас располагается центральный универмаг, планировалось установить башню с часами-курантами. До 30-х годов прошлого столетия эти часы находились на колокольне Спасо-Вознесенского собора. Но, к сожалению, из-за плохого финансирования этот проект не был реализован. Гораздо более важной задачей посчитали составление генплана нового областного центра. Часы установили гораздо позже, на доме Гончарова. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.